И когда ему говорили при пытках: «Скажи что-либо», он говорил себе: «Терпи, это не что иное, как мгновение». И на самом деле, прояви терпение. Это всего лишь мгновение. Если верующего постигнет испытание, то это не что иное, как ради довольства Аллаха им. И поэтому, как сказал Ибн Аль-Каим, истина непременно одержит победу, но вместе с ней испытание. И ты не удивляйся этому, ведь это и есть путь милостивого. Посредством этого он выявляет своих сторонников и своих врагов. Поэтому люди поделены на две группы. И по причине этого установлена вражда между посланниками и неверующими, с тех пор, как люди начали изгонять их. Но благой конец предписан тем, кто на истине, как начертано это у Всевышнего.